Привет, друзья, с вами Rush на Линдзука, и мы продолжаем онлайн мясо по игре Мэг. Сейчас у нас будет режим подавления. То есть это будет чисто убей членов противоположного отряда, или как там, противоположной команды. Главное в это время своих. Так, против нас Вейлоры играют. Опять Вейлор. Так, я тут... А, я же со снайперкой, нахер я сейчас... Ну ладно. Итак... Я не понял, тут уже... Посмотрим, кто у нас есть сейчас из наших... ОМ, это онлайн мясо, значит. XR1995, EQX Frost, PS Эйфория, Звезда КЗ, Пижама 92F, соответственно, я и Райзан 00. Вот это члены клана онлайн мяса, которые сейчас участвуют. Кстати, вот Педик. Сейчас будет чисто резня, чья команда быстрее вырежет противоположную. Со снайперкой тут, наверное, делать сейчас нечего, хотя... О! Вот нет, тут со снайперкой снайперка делает. Есть несколько мест в членах. Не, мне сейчас нахер она не нужна. А, кстати, Павел Горенышев, или по-другому известный у нас как Пошакак, просил передать всем удачи в маге, чтобы у нас все получилось. Постараемся не подвести, хоть где-то выиграть. После такого долгого перерыва очень сложно в эту игру втягиваться. Второй такой снайпера. Управление еще не очень удобное. Оно удобное, когда к нему привыкаешь. В принципе, оно отзывчивое, ну, все да, вроде. Ну, сука, привычка и дело такое. Блять, что это произошло? Куда мне? Перекинуло? Да, откинул назад. Я хотел чувака вылечить. Вот он, по-моему. Да, бывает такое, бывает. Нужен медик. Такое бывало, помню, когда игра была еще на стадии бета-версии, там я помню, а потом я такого не замечал. Вот что-то все прыгает. Видать, какие-то лаги идут. Не побегаешь. Так, там где-то снайпер, что ли, сверху херачит. Блин, не успел вылечить. Так, зря я гранаты расходовал, видимо. Режьте их, валите, убивайте. А, сзади, сука. А. Я не пойму, сейчас на карте всех показывать или только когда они стреляют? Просто когда стреляют. Так, вот меня и засекли, в спину захреначили. Маленько проигрываем, что ли? Пойму, или вровень идем. В принципе, сейчас все шансы есть выиграть. Чуть-чуть проигрываем. Ой-ой-ой-ой. Оку! Блядь! Держитесь, парни! Ой, блядь! Кто тут кинул гранату? А вот стрелок. Сука! Блять, пиздец какой-то. Начался. На лестнице один хрен сидит тут. Чё в меня не ложится-то, блядь? А вот, сука, стрелок.
Так, ну что у нас? Примерно счет-то равный. Они чутка идут. Да сейчас какие-то лаги все-таки есть, вот из-за этого мы можем проигрывать, потому что что-то тут кто-то может, перескакивает, да, то еще что-то. Да блин. Зараза прирезал меня. Блять! О, сука! Просто нагнул меня по полной, снайперок. Пойду-ка я справа. Толпами бегают. Вейлор сегодня в ударе. Сегодня тоже будем в ударе, нам только надо размяться. Ну, сука. Короче, давайте друг за другом бегать. Прикрывать. А-а-а, сука, справа! Поднимите! Спасибо. Вот там в траве, сука, лежал. Все, я попал тут в нехорошее место. Подымут меня, нет? Давай, давай, друг, спасибо. Вставай, вставай! Ты нам нужен, боец! Ой, блядь! Я сам себя взорвал, что ли, пиздец! Я ж вроде туда закинул гранату, как она меня могла зацепить. Парни, давайте соберитесь, не теряйте друг друга из виду, бегайте вместе. Одного положили, второй вылечил, прикрыл сразу. Стали уже эти жорданы. Не успеваю я вылечить, меня тут быстрее. Ну возвышился, не держитесь, там снайпера вас видят. Что-то я так... Примерно прикинул, я тут нехило народу положил все-таки. Я чуть-чуть выигрываю. Ну, сука! Блять, я своего ебнул, пиздец! Ксер, извини! Прости! Ну ладно, ничего, да не. Ты не кидай в толпу свои гранаты, что ты творишь? Парни, вы осторожнее на линию огня. Сегодня вы были разбиты. Блин, опять нас хлопнули, мать его. Разрыв-то небольшой был, там пара убийств. Это по пара и сделала. Да. Результат. И что, будем тренироваться? Надеюсь, когда-нибудь наш боец попадет в лучшего бойца взвода. О, у меня 7 убийств, 8 смертей. Поздравляю кого-то там со званием. У меня 10 уровень. О, XR все у нас тут на первых местах. Ладно, друзья. На этом данная серия завершается. Оставайтесь на канале Игрофильм. Встретимся в следующем выпуске. Не забывайте делиться видео с друзьями.